Боя мы его видели через разные билды, но через Мидас там, не знаю, это надо все-таки кто-то, кто будет спасать того же Герокоптера и всех остальных от Клокверка, да и от Бэйна, и, ну, то есть, не знаю, посмотрим. А что от Бэйна спасать? То есть Финсгрип здесь Тускар легко сбивает, что сноуболом почти с любого расстояния, ну, да. Моментально, что панчем, если вдруг чего-то не хватает. Кроме Финсгрипа здесь какой-то угрозы для Герокоптера почти не будет, потому что минуте на 20 у него уже появится Блэкинг Бар. Ну, в любом случае, нормальные гирычи всегда начинают с БКВ, там максимум после Доминатора. Там и могут вот быть какие-то статовые, если команда изначально пойдет... Да, барабаны, если... аквилы, статы, вот фейзы, и пошли уже драки как-нибудь более, знаешь, плотный Герокоптер. Все-таки там и аквила, и барабаны дадут ему там в сумме достаточно приличной силы, что-то около десятки. Вот. Это Лина, и непонятно, куда это Лина. Это Лина саппорт, тогда Тускар оффлейн стопроцентный, либо это Лина мид. И тогда еще Таск может быть еще и суппортом. Мы видели несколько раз, если не ошибаюсь, DDC играл на Таске. Нет, Таск очень часто играет в роли саппорта. Тут можно даже и не вспоминать. В 50% случаев он как раз таки использует как суппорт. Причем как такой сейвящий пацан, который сноубол, если что, забирает и укатывает своего керри. Дает возможность там среагировать, меку прожать, блокинг-бары какие-то, стики и так далее. С Bounty Hunter. Все-таки Cloud9 уверены, что Тускар здесь будет оффлейнером 100%. Банят они саппорта. Ну да, на самом деле я и думал, что RTK будет именно на Таске играть. То есть такое. Посмотрим. Клаудам, чего не хватает им для пика? Им не хватает кэрри. Именно изи лайн. Опять же, двояка. Shadowfiend легко может пойти на изи лейн, и они в мид могут поставить какого-то героя, типа темпларки или что-то подобное. Я не вижу особо смысла, у LGD есть Лина, а Лина без суппорта там SF-а не убьет. То есть это надо, чтобы кто-то был какой-то суппорт, который подстанет, тот же Шейкер какой-то, который даст фиссуру. И тогда вот Шейкер, Лина, SF-а убивают по кулдауну. В том, что SF очень слабый герой, он без эскейпа, поэтому если в мид какой-то Ускар пробегает, не дай бог, в смоке или еще в чем-то, то это 100% килл. У нее нет прыжка, у нее нет рефракшена, у нее нет мылда, там, на нее даже не надо дополнительных ресурсов тратить, типа просветки или сентри, чтобы убить. Это может и напугать. А Лина через пассивку и со станом может ему лицо очень сильно разваливать. Но вот появляется Рейзер, и непонятно, кто из них пойдет в мид, кто на изи лейн. Потому что и Рейзер спокойно стоит мид, и у него даже больше шансов там нормально выстоять за счет пассивки, потому что труднее атаковать. Да и покрепче он будет. Либо SF пойдет, но это будет очень рисковый шаг, хотя который позволит набрать больше золота и экспы за счет стаков. Сейчас посмотрим, что решат Cloud9. Ну, в принципе, SF можно послать на Easy Lane. Он будет там с каким-нибудь... Ну вот Шейкер, о котором я и говорил, берется для этой Лины, и тогда... SF, однозначно SF-у надо идти в Easy Lane, ну, для клаудов, я думаю, другого выхода просто нету из этой ситуации. Я бы на их вот месте ни в коем случае не посылал бы SF-а на мид, вот против такой вот даблы. В общем-то, кажется, и Шейкер оффлейн будет, он не будет особо... А смотри, Бракс берет Разора. А Бракс, ну, это не мидер. Ну, посмотрим, как расставят. Да, RTK берет Шейкера. Возможно, они поменяются. Посмотрим, на самом деле. Нет, Шейкер оффлейн стандартный, потому что он намного лучше стоит оффлейн, чем Тускар. Он может к себе лейн сгребать периодически, спушивать. А Тускар будет наводить экшен с Ancient Operation. Ну, вкатились там под челентачем, что-то устроили. То есть они даже того же клока в теории могут разобрать, если удачные шарты положить, все может быть очень даже неплохо. Ладно, давай посмотрим, кто на ком, кто куда. 14.37, команда Cloud9 будет играть на Дазле, МСС, Клок, Рицу, Shadowfiend, Бракс будет играть на Разоре, СВГ катать на Бэйне. В то же время против них LGD. У нас, конечно же, ROTK, который играет с ником X, идет в оффлейн на Шейкере. Также у нас Maybe играет на Лине. Maybe чувак с потрясающей реакцией, поэтому будет интересно на него посмотреть. MMY играет на Таске. Мы не отгадали с тобой. DDC играет на Ancient Apparition. Ну и, конечно же, Сайлор играет на Герокоптере. Один из самых лучших фармил и керри в Восточном регионе.
Да, ну, сейчас керри больше ценится не за фарм. Если буквально, наверное, патчи 4 или 5 назад, полгодика-годик, то как раз вот считалось, кто быстрее у керри фармит, эти ГПМ и так далее. Сейчас просто смотрят на того, кто быстрее вписывается в игру и может, наоборот, начать раньше уже использовать то, что у него есть. Ну, тем более, если есть настолько агрессивные суппорты, которые на драке сориентированы, как, ну, вот, Шейкер и Ancient Apparition, то, конечно же, здесь хочется пораньше начать драться, пораньше вот начать убивать команду противника всю полностью. Вот. Ну, здесь ничего интересного на рунах не произошло. Рицу забрал свою, maybe свою, соответственно, и команды расходятся на линии. По линиям здесь тоже все, в принципе, понятно. Дазл, возможно, останется некоторое время в миде, чтобы постакать сначала вот для Рицу линию, а потом уже пойдет. В это время вот мы видим, что Таск, ММВай на Таске рядом с Мэйби находится и не хочет... А он, в принципе, ушел отсюда, он просто здесь стоял. Здесь Дазл не чтобы стакать, здесь Дазл, чтобы охранять СФ и загонять Лину, то есть, чтобы СФ набрал первых 10-15 крипов и тем самым получил атаку. Ну, на самом деле, я так и предполагал, но стакать он тоже пойдет, как только, вот, собственно, СФ наберет эти несколько крипов, ему необходимые. Ну вот приходится, из-за того, что это СФ медле, приходится возле него торчать саппорту. Да, это большой бонус для Шейкера, то что отсутствует тут Дазл каким-то позже натачем, его не замедляет Шейкера. Экспец потихонечку, второй уровень он же сейчас получит, что для него неплохо. Тут стратегия сонного отсоса может быть использована против него, это весьма неприятно, потому что когда Бейн до тебя дотянется своими ручонками, заслипает из тебя... Будет закинуть статик линк, через 5-6 секунд разор начнет делать очень увесистые тычки, если у тебя своевременно не окажется фиссуры, причем не будет выгодной позиции, как ее положить, то ты можешь банально умереть. Это неприятно. Так, ну что, пока что никаких фрагов ранних не получается сделать. Здесь вот пытались закрыть как-то МСС, а не получилось это. МСС отталкивает здесь DDC, ничего здесь особо не происходит. Рицу в это время все-таки оставили одного. Он имеет уже 8 некромансерии зарядов, плюс 16 дэмэджа, и, соответственно, 14.37 ушел для него стакать. Да, стаки это большой бонус, я думаю, LGD прекрасно понимают о том, что SF будут стакать, это надо как-то либо заблокировать, либо в какой-то момент забрать. Видел я такую игру, когда пирокоптеры пошли просто и забрали эти стаки, пошли батарейки по ММА, но это слишком мало дэмэджа на самом деле. Руну, ну, отожмёт руну. Здесь останется Дазлу. Может, конечно, проконтролить, ещё нет, не стал контролить. Просто забрал и пойдет сейчас. Ну, Мэйби должен быть в курсе здесь. Хотя, есть ли у него Poison Touch? Нет, у него Wave, ну просто две тычки с руки даст. Даже только одну получилось знать. Да, но теперь Лина крипам не подойдет, то есть 14.37 будет на протяжении Кстати, всего того дамеджа. Странно, у 14.37-то яд был, он, в смысле, второй левел есть, он его просто не вкачал, этот яд, и, соответственно, не... Так, Сайлор, смотри, МСС здесь немножко зажали. Там есть батарейки, но... он бодиблок DDC будет, конечно, делать, насколько и может. И все, эротика, это, скорее всего, разве что он отдастся крипам. Нет, First Blood забирает, вот, собственно, Сайлор. Хороший для него фраг. Удалось ему вот так вот, собственно, окружить там наглеющего Клокверка. Клокверку не получилось там уйти в другую сторону. В одну сторону он бы уходил, он бы сразу. Rocket Barrage получил так, тем временем в миде. Въехал, пошел стан от Лины, его сейчас появится Грейф от Дазла, да, вот почему он не качал. И Мэйби здесь же умрет. А нет, успевает, не зацепил, вот не хватило немножко ренжа батареек, так вот хоть один удар прошел бы по линии, Лина там умирала, но, к сожалению, не успел Клокверк вовремя подойти. В итоге просто стяжка, потратили немножко ТП, немножко времени, стянулись в мид, но Рицу спасли. Ну и вот он СФ в медле, то, о чем я говорил. То есть, ну, теперь, чтобы его сохранить, должна вся команда постоянно сидеть и одной рукой... быть направленным на ТП. Просто вот постоянно. Потому что такой выпад за счет сноубола, если бы не было там либо Дазла, либо Квака, это был бы фраг стопроцентный. То есть без вариантов. Даже два героя, если бы там было, его бы убивали. А у Дазла очень большой КД Грейва на данный момент. Это 60 секунд. То есть если атака будет чаще, чем в минуту, будет все равно умирать. Но Лок тут еще второй уровень всего лишь. Вряд ли атака на самом деле в этот момент вот на эту линию будет дольше, чем в минуту. Все-таки много ресурсов они тратят, им надо там ждать руну, чтобы от руны банка
теряет пицца, надо суппорт же тоже, тратит много маны и так далее, ему надо просто так отойти. Смотри, с инвизом Бейн стоит в миде, у него еще половина длительности инвиза, варда там не было на той руне. Maybe, скорее всего, может подозревать, конечно, о том, что вот на свитче здесь стоит. Потому что рутики дают ему инфо о том, что Вейна здесь нет, он его не гоняет, спокойно подходит к крипам. То есть они знают, что какая-то активная руна использовалась. Угу. Ну, то есть ожидают либо хосты, либо того же инвиза, опять-таки, потому что будь там иллюзии, он бы уже раскидал их по всем линиям и вернулся бы, скорее всего, себе к разору. По крипам в данный момент 29 на 14 имеет Сайлор, наравне с ним практически идет Бракс. Мидеры обоих команд тоже чувствуют себя очень-очень равно. Вот SF немножко опередил только что Лину за счет того последней линии. И плюс, посмотри, как ему здесь хорошо настакали. Ну вот стаки это большой бонус, он сейчас апнет Дазлом. Если 4 стака, он их как раз сразу сейчас заберет здесь. Жникалы, кучу денег он сейчас получает, просто огромное количество. Вот он бонус СФа. Такой же бонус есть у Темпларки за счет Эншентов и таких же стаков. Да, и СФу важно потом это правильно использовать. То есть соберет он сейчас себе какую-то быструю меку, могут начать давить. Так как овер сильного кора у них нет, у них есть разор. Он хороший керри, никто не спорит, но по сравнению с 6-слотовым гирокоптером он смотрится немного угрюмо. Ну, СФ сначала взял... Не SF понял. Сначала берет... Belt of Strength, я думал, он, собственно, возьмет себе на ПТ. Потом он решил не дособирать ПТ и соберет Аквилу, я так понимаю. Ну, чуть-чуть укрепился по статам на выживаемость, так, набрал 14-37 здесь нашли. Грейв выигрывает для себя время, его отжали, все-таки Дазл здесь умирать будет. ММВай, куча дэмэджа, еще одной тычки не хватает, ММВай уходит. Еще стан по двоим от Лины, Шейкер отрезает отлично фиссуры и сместил сюда рутики. Правда, на экспириенс не попал за килл. Улетает отсюда ММА, счет становится 2-0 в пользу LGD. И гирокоптер с кулдауном уже, поэтому клок не подставляется. У него хукшота нет, чтобы быстро выбраться из передряги. Ему надо быть очень-очень аккуратным. Вообще, достаточно низкий левел у клокверка. Вот если посмотреть на того же, где у нас Шейкер бегает. Тоже третий. Одинаково. Плохо дела у флейнеров. Что? Слоу. Кулдаун. Должны убивать. Морози. Чилинтач там есть? Нет, чилинтач вот только сейчас повесили. Ну, игрок просто немножко не хватило. Жалко, конечно, для LGD. Много ресурсов потратили. Много очень маны потратил Apparition, и кулдаун потратил, собственно, гирокоптер, и в итоге килл не забрали. Хотя казалось, что там все должно быть гораздо-гораздо увереннее для них выглядеть. Да нет какой-то фиксации, чтобы он замерз. Если бы он замерз, он бы умер, но он не замерз. И заморозить его очень-очень трудно, на самом деле. Потому что клок бегает, клок с сапогом. Аппарат пока ресурсами не обладает. Был бы какой-то форсав, там толкнуть его на себя и после этого начать все это проворачивать. Было бы веселей. Лина имеет 42 крипа против SF, у которого 66 за счет стаков. По нетворцу SF обходит ее на 6 сотен. Линия тоже стакнули, но тут совсем чуть-чуть. Конечно, это заберет тоже быстро за счет руны дабл дэмэджа. Но... Вот тут еще не стоит забывать, что много крипов от SF, потому что ему там в стаках досталось... Ну, удобные для него стаки. То есть были тролли, они вызвали скелетов, скелетов он тоже убил, и они ему засчитались. То есть там, на самом деле, денег было, конечно же, много, но не так много, как могло быть. И при таком крипстате, если бы это были какие-то другие более крупные крипы. Выход с Макена ботом от LGD. Кулдаун уже откатился. Есть фиссурки, есть сноуболы, поэтому могут сейчас попытаться вкатиться и моментально развалить разоры, но решили отойти в леса и поискать, наверное, тех, кто стакает. Кстати, Аквилу собрал Бракс. Тогда что там со своим сейдж? Две Аквилы будут в команде? Может быть. Вот да, две Аквилы, так, каждый нашли. Бейна вкатывается, должен давать стан мейби. Нет, просто. А Грейв не был в кулдауне, 14.37 его просто не дал. Там очень маленький рейндж. То есть, не, ну вот он как раз должен был доставать, вот если вот здесь сверху он был. Ну, он прекрасно понимал, что это ничего не даст, потому что если вдруг появится Грейв, сверху просто положится кулдаун, и ты никуда не денешься. Там долго ракеты весьма падают, Грейв за это время уже отвалится, а выхилиться у Бейна возможности никакой нет. Я, правда, не знаю, был у него брейнсап. Если у брейнсап, то шансы выжить были бы. Так, здесь в смоке, на самом деле, SVG на топе.
Ну, я не совсем понял. Нет, DDC они, в принципе, здесь умрут, но здесь уже пришел ROTK, нашел его, Бейн заслипал, подходит сюда еще МСС, МСС будет как-то драться пытаться. Ну, сейчас должен батарейка, быть слоу. Да. Но он не закрыл его, должен быть... Не удается ему сделать стан. Теперь он есть. По МССу много дэмэджа. Умирает первым шейкер. Продолжается, собственно, драка. ММВай. Да, все-таки. Умрет и Бейн, на самом деле, потому что лежит чилентач и пытается отдаться он крипам, но там у ассасинов 30 атаки, по армору они вообще ничего не бьют. Я не понимаю, почему Бейн иногда жмет чилентач сразу. Ну, точнее, не жмет его. Зажимает в плане того, что не дает. То есть было вроде как 2-3 героя рядом. Он сделал где-то 4 или 5 тычек с руки по кулаку. Только потом решил, а дай-ка я накину челентач и под челентачем убьем. Ну да, DDC немножко в этом отношении как-то медленно сыграл. Возможно, там думал, что ему опасался, что маны хватит, не хватит на что другое, но что ты там полезнее мог бы физически дать. Разве что ульт. Ульт у него только появился после этого. А, ну да, после этого поэтому... только смертей появилось. В любом случае, 1-5 пока что. Не совсем удался этот ганг Клаудам. Там не совсем было понятно, чем они собираются драться, учитывая, что они-то собирались одного DDC цеплять в топе, а они сразу же поняли, что тут как минимум 2, прилетает еще один, они оказываются в меньшинстве, и они все равно решают драться. Ну, у них там не отпускали, уж уже клоп зажался, то есть... Не, ну я к тому, что когда вот заслипали они шейкера, они прекрасно понимают, что там еще как минимум аборишен и еще кто-то может прилететь. Там их на топ, смотри, есть кулдаун, пытаются улететь отсюда СФ, конечно же, его не отпускают. Это очередной минус, под ультом аппарата теперь это делать намного проще. Ну, ты знаешь, прогноз на то, что LGD будут полностью задавать, собственно, темп игре, пока что вот... оправдывается полностью, и игра может закончиться очень быстро. Вот, собственно, единственная надежда по деньгам — это SF, а мы видели, как SF умирает. SF, кстати, собрал себе Санж первым артефактом, вот это вот у него, ну, из того белта он собрал сначала себе ПТ, потом купил еще один, собрал теперь Санж. Меки никакой у него нету, я так понимаю, меку будет собирать Бракс. Так, тем временем здесь СВДЖ заслипал Maybe, ну тут много героев, Maybe умирает, но при этом ульт аппарата по троим, продолжения никакого нет, просто много как бы ХП потратили. Ну вот это начинается азиатская наглость, которая быстро прекращается, на самом деле, после вот, наверное, этой смерти он больше так делать не будет, потому что находиться в чужих лесах, у тебя даже нет еще Юла, чтобы кого-то проконтролить и так далее, он просто найдет наглеть и надеется, что там будет стоять какой-то Дазл или Бейн, он застанет и даст лагун и убьет. Ну, как мы видим, оказалась большая часть команды, 4 человека, и просто разбили ему лицо. Для чего делать такие выпады, не ясно, потому что твоя команда сейчас лидирует, у твоей команды все хорошо, только продолжать тот же стиль игры, который вы держите, все будет великолепно, но мы видим, что иногда хочется погрессировать, делать какие-то соло-фраги, поднабрать. Сейчас будет смок, скорее всего. Арканы, кстати, добрал себе ММВай. Ну, на самом деле, я сейчас переключусь уже на Netwars. Мы видим, что за счет стака все еще держится, собственно, на топовой позиции у нас SF. Но вот за ним уже идут два кора уже противника. Итак, тут они сейчас выходят смоки, находят Бейна. Бейн должен умирать уже, и будет, конечно же, Тавер. Слушай, как мы много на него потратили? А что на него потратили? Задувку стан, ну, арканчики стан, есть, DDC, поэтому то есть, ну, сейчас арканы дадут, и вся манда восстановится. В любом случае, казалось, что он там замерзает однозначно на колдфите, и не надо тратить никаких больше ресурсов, просто за челентач его просто убить, а ну нет, решили подстраховаться. Они правильно делают, потому что это все происходило возле Т1, то есть какой-то ТП Дазла — это Грейв. А после Грейва он еще может там сбрейнсапиться, еще что-то, то есть прям там может пожить еще каких-то 5 секунд, за 5 секунд кто-то стянется, какой-то непонятный экшен начнется. А тут сдали все рассказ, который КДшится 10 секунд. Забрали его за 2 секунды и все, и убежали оттуда. Так, в это время здесь врывается, собственно, МСС на Сайлора. Сайлор дает кулдаун, много дэмэджа, но его держит. Он здесь, конечно же, умирает. Очень поздно приходит ММВай. Лоскер пока что... Хорошо раскастовал Зарицу, много дэмэджа вошло, пришел уже Maybe, Maybe цепляет тоже, ММВай должен здесь погибать, и хорошая драка уже... Если стиков он проюзал, он все равно погибает, да. И хорошая драка, первая, на самом деле, удачная драка для клаудов. Удается им зацепить. Пошли туда абсолютно все, то есть не надо было встревать шейкер. Надо было продавать, да, Сайлора и уходить. Да, отдаться малой кровью, ну, типа, не получился ганг у Cloud9, окей, забрали гирыча, ничего страшного. Ну, вот тем временем, кстати, так, DDC.
Ловит Он не здесь. замерзнет, Нет, он не он замерзнет, уйдет. он уходит. На самом деле его могут здесь еще и убить. Нет, ТП аут просто сделает, остановить абсолютно нечем. Просто уходит Apparition. У Apparition на этой минуте уже есть сапог и Мидас. У MMY есть, собственно, арканы и начало урны. Maybe с Эулом, ПТ и там всякими утили айтемами. Также у Герокоптера скоро будет уже собранная Сенджин Яша. Да, неплохо. Разор собрал Яшу. Меку никто не собирает по причине того, что, наверное, играет против аппарата. Иногда не дадут ее проюзать. Это может быть правильно, может быть нет. Дэнай вышки в медле, забирает ее Туск. Вот в этом отношении LGD лидирует, конечно, хорошо, потому что они, кроме того, что лидировали начало игры так, ворвался, МСФ поднимается... Такая же смерть абсолютно в том же месте, точно такая же смерть от Лины. Тут Сайлор заходит, пытается, не попадает кулдауном ни по кому. Бракс выживает, присасывается, идет дальше, на него кидается Грейп, прыгает дальше, ребята, но зачем Бракс дальше-то пошел, он уже умрёт здесь, СВД должен умирать, держит Раутикей, Раутикей его не выпускает из стана, и в итоге 1-3. Вот, казалось бы, наглость, maybe его цепанули, его убили, но в тот, как бы, тот факт, что вся команда LGD была здесь в то время, как SF, собственно, в этой драке не присутствовал, сыграла против клаудов. Да, в итоге смогли разменять очень удачно Лину, но стоит отметить то, что там Туск великолепно сыграл из-под стати Клинка, вытащил Герокоптер, иначе беде. А, Гирыш, кстати, собрал уже Яшу 1500 на руках. Это неплохо, это неплохо. А, делаются ли ему стаки Эншентов, всего один стак сделан. Это очень мало, нужно больше стаков. Сейчас не успевает DC сделать, потому что уже 56 секунда. Я так понимаю, что очередной смоук будет или нет? Кинуть Мидас аппарату. Ну, у Рицу на 16 минуте есть Сенджин Яш и начало БКБ. По сути, там треть БКБ уже имеется. Неплохо СФ идет, но вот у остальной его команды, конечно, дела не обстоят чуть-чуть хуже. Бракс тоже чувствует себя сравнительно хорошо. Яшу собрал, тоже Сенджин Яшу будет делать. Вообще, игра полностью Сенджин Яшевая. У нас уже три их намечается на карте. Сколько Раутикею до... Даггера, он не умирал же в той драке, если не ошибаюсь. Да, он не умирал, у него 1-2-7, у него очень много ассистов, он поучаствовал в 8 киллах из 11, это хороший показатель для оффлейншейкера. До Даггера ему совсем чуть, 6 сотен каких-то осталось, и он их, я думаю, дефармит, он старается сейчас не переходить на половину врага и собирать фарм, который есть поближе к каким-то... ТВ-рам там своим, лесам и так далее. Пошел смоук, дабл дэмэдж есть у СФ, не пытаются за это время забрать Рошана, конечно же. Заходят, начинают пилить, конечно же, их чекают сразу же. Рядом здесь зажали, команда. Аппарата великолепный, по троим сейчас залетает, будет ли здесь шейкер, фиссуры есть, есть, ноу-волл, отлично вкатываются, пошел в филд. ММА здесь, конечно же, погибнет, но остальные должны добивать. Да, есть первая смерть от аппарата, пытается добраться в Рутики, у нее есть тех СЛМ. Брак хочет отдаться Рошана. Maybe отпустили, это большая ошибка. Maybe там однозначно должен был умирать, но его почему-то отпустили. МСС единственный, кто остается живых от клаудов. Пытается здесь убегать, его, конечно же, будут обрезать. У него, на самом деле, маны не осталось уже на ТП, но есть у него стики. RTK идет за ним, не попадает станом и больше, maybe на удачу попадет, попадает, попал, там. Есть, конечно же, damage, но они думают, что, да, они не Vision не было, не понимают они, что на самом деле они MSS зацепили, и в итоге ему удается уйти. Вот он дайгер появляется у шейкера сразу после этого замеса. Правда, Хеслам будет немного в КД еще 110 секунд. Герокоптер 1100 после драки. Я думаю, преимущество порядка 5000 по золоту, так и есть, что по XP, что по золоту 5 кусков. Это неплохо. Ну и у Maybe после этой драки появился Blink Dagger. Да. Blink Dagger, сразу он его покупает. Собственно, теперь два блинка, очень хорошая инициация на стороне LGD. У Ancient Apparition после Midas'а появились Транквилы. Сейчас он может заюзать еще раз Midas. И у него уже скоро будет тогда 11 левел, не за горами. Он там осталось, по сути, там один левел ровно. Герокоптер, точно так же, как и SF после Сенджин Яши, начинает собирать БКБ себе. Конечно, он от него отстает там на 1000 по фарму. А у Таска пока что новых айтемов не появилось. На стороне клаудов у нас у Бейна есть арканы, скоро будет Глиммер. Вот, у Разора только Санджин Яша сейчас намечаются, у Шедоу Финда еще ровно 1600 до БКБ. Клокверк бедный,
И Дазл тоже очень бедный. На самом деле, вот то, что Клокверк почти в два раза беднее Шейкера, это играет очень сильно против Клаудов. Ну, Клокверк инициатор. Он постоянно в толпе находится. Шейкер-то тип, который без даггера, наоборот, держится удаленно, просто кладет фиссуру. Повезло, подошел, не повезло, не подошел. А Клок — это пацан, который врывается на хукшоте в толпу. Он даже не знает, сколько там народу. Но все равно врывается, получает кучу раскаста и... Какой-то грусть, тоска, печаль. Гира еще Гарклап. Ну да, идет в БКБ, идет в статы, идет в максимум выживаемости. Он прекрасно понимает, что он в файте с своим флэгкэноном и барагой может постоянно выдавать дэмэдж. У него нет от разряда бюрста, он выдал, ему можно умирать. И он чем дольше живет, тем больше дэмэджа. Очередной смоук от LGD. Рисует план капкан почему-то в мидл, а тут же... Реакции увидели Лину, но Лина уже быстро сместилась уже в мидл, чтобы просто один забирать. Или сейчас пытаются забайтить на Лину, которая будет бить вышку, кто-то полетит на ТП, и тут же они его заберут. Ну, у нас Маке еще четверть времени, они пытаются пройти хотя бы агрессивно завардить, подготовиться к пушу мидловой башни, и смог заканчивается. Ну да, но они сейчас находятся в чужих лесах. Они, в принципе, здесь все видят, у них вижена хватает, Сиджил им прикрывает одну сторону, варды полностью прикрывают другую, они просто забирают тавер. В это время Клауда пытается подпушить тавер сверху. Ну, такие все пушеры, на самом деле, разор без заганима, поэтому вышки не так быстро осыпаются. Пошел ульт аппарата, ну, просто для вижена как бы, попадает по Браксу. Клауда только что дали сигнал, давайте лучше запушим бот, но там только двое игроков этой команды, соответственно, они тоже быстро этот тавер не заберут, и там уже Сайлор им будет мешать. Ну да, Сайлор очень сильно может помешать. Хватает нюнометрил, надо его приобретать. Может быть, даже стоит рошанчиков фармануть. Медальки какой-то не хватает, на самом деле. Смяли тут бы Лина с третьей пассивкой его просто... Ну, на самом деле, если бы аппарат там по кулдауну юзал медальку и в нее шел, она бы у него уже была. Но он покупает себе стаф в Wizardry. Это может быть как форстаф. Так, нашли 14.37. Будет ли сноубол? Есть сноубол, вкатился. Нужно давать панч, только должен лететь сюда уже ульт аппарата. Ульт аппарата имеется, но почему-то его не метает. Очень странно, поднимается Сигиль. Будет погоня дальше. Есть фиссура, 14.37. Можно, да, просто сдуть. Даже не дали ему повесить на себя грейп, потому что он 4 уровня прыжок. МСС видит, есть там еще лагуна, а нет, уже лагуна потрачена. Хукшот мимо, это смерть. Ошибся здесь, конечно. Я не знаю, он в своего героя, в принципе, давал хукшот. То есть, либо Рицу ушел с этой прямой, либо Клокверк изначально не попал. В итоге там зацепили и быстро через прокаст Maybe забрали Бейна. Параллельно вот ММВай зафиксировал Дазла, его тоже убили, и они догнали Клокверка. Как мы видим, 3 в 0 и очередной тавер. Роутикей тут Бракса не отрезал, к сожалению, фиксирует дальше. Есть кулдаун, есть ультимейт, maybe подошел, они уже, собственно, его тоже убили. И Бракс здесь погибает. Наверху единственное, собственно, что более-менее складывается в пользу Клаудов, это смерть аппарата от Рицу. Только посмотрите на ситуацию. У аппарата и Рицу практически там разница в левеле очень маленькая. Они практически одинаковое время будут в таверне. Ну да, и тут Лина подбирает руну инвиза. Нашли сейчас СВГ. СВГ не подцепил. Лина должна его находить. Лагуна уже откатилась. Можно поднять Юл, можно пытаться попасть станом так. Лагунка. Да. И прыгает даггером еще наперед, но уже СФ отсюда ретировался. Ну, по экономике можно, в принципе, посмотреть. 23 минуты прошло. Преимущество у нас около восьмерки в пользу LGD. И, собственно, да, возможно, уже будет и 10 скоро, если они тавр какой-нибудь заберут однозначно. Ну и по XP, конечно же, они лидируют тоже достаточно сильно, 7.5. Сайлор начинает очень агрессивно действовать, вот, собственно, на карте противника. Колдаун не отгадывает, куда побежит 14.37. 14.37 просто уходит оттуда. Но, в принципе, колдаун-то на скилл этот маленький. Кулдаун на колдаун маленький. Соответственно, им раскидываться можно, особо не заморачиваясь. Я не понимаю, главное... почему LGD не забирают Рошана. Не знаю, не знаю. Давно. Под Чилинтачем Шустрику его смести. Но вот как-то не хотят, походу, заходить в это...
такую фигню, там хукшот, какие-то коги кто-то растолкать и так далее. То есть, ну, есть шанс как-то неудачно подраться и погибнуть. Хотя Кирапунктер уже обзавелся 10-секундным блокингваром. На самом деле, тот же такой же блокинбар есть и у Рицу. И если их поймают вот здесь, вот, как бы запрут в Рошпите клокверком, то подходит Рицу в БКБ, раскастовывается, и практически вся команда LGD умирает. Вот, вот, возможно, они так рискуют. Хотят кого-то забрать, а уже потом. Вот я думаю, они хотят забрать либо SF, либо именно MSS. И вот тогда уже пойдут на Рошана. Мне кажется, они SF вообще не боятся сейчас. Ну, к стану тюльте это время все могут как-то разрядиться по нему, тем более есть всегда панч, который сбивает этот ультимейт. Так, ну DDC здесь должен умирать. Ну да, форставка у него пока нет. Пытается хоть какой-то дэмэдж выдать. Клок даже блейдмейл нажимать не стал. Бум, there it goes. Лишние 20... В ответку подцепили Дазла, Дазл крейт на себя, делает тэпау. Нет, конечно, вот она фиссура. И в итоге прилетает ракетка. Пуск забирает килл. Просто отходит. На топе Разор. Разор купил рецепт на Блэкинг Бар. У него есть Огарклаб рецепт. Ему остается Метрил Хаммер выфармить. SF покупает Ультимейт Торп. Дальше идет статы. Это, скорее всего, будет Скади. Интересный выбор, конечно. Очень много хп будет. Порядка 2500. Но при этом с атакой будут большие проблемы. Мы так привыкли видеть, что, собственно, Санжиньяша это скади для бедняков, понимаешь? Он уже на нее потратился, тоже статовый артефакт, который дает и замедление, и там и кучу полезных вещей, но дэмэджа дает немного. И тут еще и скади, которая опять-таки дает много статов, но дэмэджа дает немного. Конечно, есть очень приятный эффект, но там ваншотить с плюхи, как ты там можешь с какими-то МКБ или с критами, ты однозначно не будешь. Да, так и есть. Ну что, преимущество 10 тысяч, как говорилось, Герокоптер начинает фармить своих хэншентов, которые у нас стакали. Сейчас он их убивает очень быстро, это не начало игры, здесь у него куча артефактов, уже хороший левел, 200 плюс атаки. Просветили ракеткой Рошана. Шейкер дать вижен. Сейчас поставит, скорее всего, ММАй. Ставится Сентриак. Пока не рискует зайти на Рошана все равно. Шейкер уже с форстафом, так что подсейв какой-то от клока имеется. Да и ворваться он может почти с любой дистанции, несмотря на то, что ему там даже даггер выключен. Подъехать всегда может на стрейфе, так сказать. Стайлер ничего не боится, пушит здесь активно линию, у него есть доминатор. То есть будет ли это, как ты считаешь, полный сатаник, или он соберет себе что-то на дэмэдж? И нет, будет просто с доминатором. Полный сатаник, сейчас это просто... который позволяет. Так, на топе в это время поймали Бракса. Теперь уже кто кого поймал. МСС промахивается хукшотом, не фиксирует. Мэйби, соответственно, Бракс здесь уходит. В это время драка разделилась. Эхо слэм, отличный. Все это блютом аппарата. Запрыгивает в долину, лагуну в Бракса. Бракс пытается уйти. Есть сноубол минус. Конечно же, Клок пытается уйти. Еще отличные шарды попадают и дают вижен. Пошла урна, но тут уйти у Разора не получится. Минус 2 в итоге делают LGD. Причем забирают весьма полезных героев, так сказать. И вот теперь как раз таки можно пойти на Рошана, а можно просто спушить на топе Т2. Ну, Лина абсолютно без маны. 200, кстати, на руках у нее. И лучше сейчас сделать в идеале ТП на базу от регенницы и уже потом идти фармить. Держись, собрал доминатор, чтобы делать себе стаки самостоятельно, а дэмэдж-то ему нужен, он 100% соберет сейчас себе какой-то МКБ сначала. Не, сатаник тоже можно, но это опять же слишком много хп и мало дэмэджа будет. Ну, у них хватает дэмэджа в команде, у них очень много ОЕ дэмэджа, у них, конечно, мало его сквозь БКБ будет, вот. Вот, но все равно дэмэдж это у них есть шейкер с вторым ультом, и который может там врываться, как ты уже говорил, с любого ренджа абсолютно. У них есть лина, у них есть аппарат, то есть мэджик дэмэджа заходит огромное количество. Но все равно я тоже придерживаюсь мысли, что он будет собираться себе дальше в урон, а уже потом дособерет все-таки сатаник. Все-таки имеет он 23 армора, имеет он почти, ну там 1800 хп, так что ему в принципе статов пока что больше не надо. Он свободен собираться в дамаг чисто потому, что противник собирается в статы. Если бы противник собрался в дамаг, ему можно было бы укрепиться. Но видишь... Тут может он делать что угодно, полностью развязаны руки в данный момент у LGD.
Ну, на самом деле, LGD в любом случае пришлось бы собираться дэмэдж, потому что у Cloud9 такая драка, это Viv, это статик линки, это минус армор от ультимейта Разора, то есть им более выгодна затяжная драка, намного выгоднее затяжная драка, поэтому LGD надо максимально быстро выигрывать файт и не затягивать, иначе с каждой секунды все становится хуже, 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 все меньше армора, все меньше там здоровечка за счет. Ну, в общем, они делают все правильно, им нужно идти в дэмэдж. Какой-то очень бедный аппарат в этой игре. Он собрал очень ранний мидас, там у него в районе 14-15 минут был мидас, для него это было очень неплохо. Имеет он стату 2-2-13, то есть кучу-кучу ассистов, но при этом постоянно именно ему приходится покупать всякие смоуки, варды, именно он купил гем, который сейчас ММВА таскает, то есть именно за счет этого у него никаких айтемов пока что не появилось. С этим стафом он уже бегает очень давно. Так, заходит, Бракс, Рицу. Есть пистурка, неплохая, отрезаю двоих, пошел хэслэм, подцепили Рицу, есть ульт аппарат, у Рицу огромные проблемы, выжимает блокинг бар, сейчас получит просто патч, есть патч, а еще живет, пошел Грейв, пытаются его засейвить, три кайла, отлично, попадает, это минус уже Тускары, в итоге падают еще два игрока LGD в размен на одного клока, дроп гема, и они не забирают Рошана, если не ошибаюсь. Так, смотри, Рошана забрали LGD, да. Но Clockwork украл Aegis. Да, так и есть. В итоге это минус 3, это отличная драка от Cloud9. Но это то, о чем мы говорили. Тут все-таки драться им тяжело в Рашпите, когда все герои Клаудов живые. Там дело не в этом было. Они потратили абсолютно все АУЕ ультимейты, Эхо Слэм, они потратили ульт аппарат, они потратили еще что-то. И они потратили это все, чтобы убить СФа, а дэмэджа не хватило. СФ не умер. И, соответственно, чтобы драться уже с оставшимися дазлами, бейнами, на которых нет ульта аппарата, они спокойно брейнцапятся, хилятся и так далее. Уже невозможно становится. То есть опрометчивым было решение убивать СФ первым и до конца. Возможно, если бы они разбомбили всю команду, а только потом приняли за СФ, все было бы хорошо. Но они решили сделать наоборот. Ну и как много все-таки денег появилось у Клаудов. Посмотри, у Дазла готовый глиммер с клика. У Бракса БКБ он дособирал себе еще до драки, так что что-то он еще купил, но я просто не вижу что. Бракс покупает гиперстон, то есть у него начало кирасы уже положено. Дособирал себе СФ с Кади. Теперь его убить будет еще сложнее. 2550 хп у него, 20 армора. То есть чувствует он себя замечательно. Ну и что-то еще должен... Форстав дособирал себе Clockwork, и у Бэйна что появилось? У Бэйна тоже появляется глиммер, то есть два глиммера. Против АУЕ, Magic, прокаста LGD у них теперь защита очень хорошая. Ну и стоит отметить то, что минус армора никакого со стороны LGD нет, то есть кидая даже Виф на своих пацанов, Азл с каждой секунды делает их мощнее. Тут как бы есть Разорчик, у которого неплохой ультимейт. Снимает два армора в секунду, если бьет по одному таргету, то есть за 3 секунды это 6 армора, там такие уж количество зашкаливающие брони. Ну и в любом случае, посмотри, 6 армора снимает СФ, 5 армора будет снимать еще Разор, когда у него дособирается кираса. Вот. И медалька есть уже у Дазла. Да, у медалька у Дазла есть на самом деле уже достаточно давно, он ее купил еще до того, как он начал собирать себе глиммер. Глиммер он после той драки купил вообще с клика, то есть денег появилось, добавилось. Они не отыгрались еще полностью, они отыграли где-то только половину преимущества, с 12 там с копейками прыгнули на 1007 и по XP точно так же, но знаешь, это толчок к уверенности в себе, и это плюс еще все-таки достаточно полезные айтемы на сразу многих персонажах. Maybe запаковался в Plate Mail. Прекрасно он понимает, что со своими 7 арморами он против райт-клика и минус арморных аур не поговорит абсолютно. Сейчас будет очередная стычка, я уверен. Не разойдутся здесь, скорее всего, будут дефать свой Т1, который еле живает. Динаю она пока не подлежит, у нее 145 хп, было бы 29, можно было бы снести и не драться за нее. Но сейчас захотят подраться. Так, LTK прыгнул, блинк уже потратил, динает башню и просто отходит. А знай ли вышку, теперь уже драться не за что, можно драться только под Т2, но под Т2 не пойдут сейчас Cloud9. Cloud9 здесь вот стоит забрать этот ДД, просто обезопаситься. И распределиться, немножко еще пофармить.
А не факт, что им надо фармить, они, кстати, могут сейчас идти и пытаться сносить вышки какие-то, например, на топ уйти, заставлять бегать за собой LGD, не давая им выфармливать. Они решают вернуться здесь на линию и пушить вот этот, да. Да, ДД ЛФСФ, против него драться однозначно не имеет смысла. 2700 хп ДД, то есть тычки, посмотрите, какие огромные, ух, мне даже страшно, сидя у экрана, не играя в эту игру. И он просто подходит, начинает наяривать тауэр. Сейчас подойдут крипы. Шли, ставится ракетка на СФ, я думаю, ему не особо страшно, мог даже подойти и тычка. Не, все-таки обезопасить себя решает, убивает ракету, крипы все уже закончились и решают отойти. Вот это непонятное решение, много времени потратили, могли разойтись по линиям фармить, а в итоге вот стянули команду LGD, но сами тоже ничего как бы и не сделали. Гиржи покупает Сигл Сонг, это будет Баттерфляй, при отсутствии МКБ у СФ это хороший выбор, определенно, много можно будет заивейдить, опять же от Разора, там многие бьют с руки, ему главное то, чтобы в него не всосались финсгриппом. 2900 на руках у Рицу, на самом деле, то есть ему, если он хочет собрать МКБ, то больше половины у него уже на руках. И снова фарм эншентов. Не, ну конечно, ему после этого вот, собственно, убитых крипов останется только квотерстав купить, и у него уже будет баттерфляй готовый. Надо на байбек оставлять на байбек. Так, ну что? У Рицу появился демонедж, теперь ему вообще около 1500 всего осталось до МКБ, собирать он его именно и будет, скорее там просветили Сайлора, они понимают, что Сайлор пойдет, собственно, в Баттерфляй, и Клауда начинают выглядеть все увереннее и увереннее, то есть мы видим, что график держится практически на одной отметке, но они хоть первый раз с начала игры начинают как бы контролировать карту, выбегать, не боясь там киллов Девард будут ли делать. Тут Сигилик спалил. А Сигиликс, конечно же, спалил, но, в принципе, там, учитывая, как нагло там Рицу и Бракс шли по линии, толкали крипов, было понятно, что вся команда противника здесь. Ну и что ж, будем надеяться, ради эффектности, ради наших зрителей, на еще один завес 5 на 5. Драться не будут. Да, ТП уже делает СФ. КБ, пока гирокоптер, ну, гирокоптер-то уже дофармил баттерфляй, теперь ему нужен сатаник, либо МКБ, ну, скорее всего, пойдет сатаник теперь. Он-то регениться может, это ССФ, вампирик может не помочь, если по нему пойдет ульт аппарата. Аппарат, кстати, купил себе поинт-бустер, не стал собирать форстав, решил пойти в Аганим, не так уж долго остается, как раз к Аганиму у него будет 16 уровень, станет очень большой силой в масс-файте, если сделает удачный ультимейт. По айтемам. Lotus Orb собирает себе шейкер. Лина имеет шиву. Ну, собственно, это было понятно. DDC такие вот куски на Аганим имел уже давно. Имеет еще вот один. То есть ему, в принципе, осталось, сколько там, 850. Гирокоптер дособирал себе баттерфляй, имеет 900 сверху. У Таска появился Ghost Scepter. В это время у Бейна после Глиммера и Аркан ничего нету, разве что у него что-то в куре. Рейзер уже на самом деле очень-очень близок к Керасе. Приходит к ММАю, пошел сноубол, теряет много дэмэджа, сейчас пошел панч, и надо просто бежать отсюда спасаться. Пошел Гост, это не особо спасает, там уже порядка 204 дэмэджа высуна. DDC получает хукшот, минус. Есть, конечно, Фиссура, шел килдаун, Хэслэм, МСС пока живет, по блэкмейлу, медвазницы продолжают наваливать, здесь выходит СВГ. Делать. Что он не будет делать? Есть сноубол, кстати. Можно вкатиться. СФ в блокинг-баре. Лина. И выйдет все это дело даггером. Пошел уйти СФ. Сбривают здесь, конечно же, ММА. Ну и отходит Рицу спокойно. Ракетка. И будут гнаться. Так, кстати, Фиссура отлично. Отрезали. Обрыгивает. Фраид пошел стан по Рицу. Физгрип тут же по Ротикею. Залетает ракетка в Рицу. Все это время он стоит в Глимере. В итоге просто продали шейкера. Просто продали шейкера, дивардит и могут забирать тавер. Троих нет у LGD. Драка для них получилась достаточно провальной. Потеряли они своего оффлейнера и двух суппортов только на одного клокверка. И по графикам должна еще немножко в пользу Cloud9 выровняться ситуация. Да, снова, собственно, они несколько тысяч отыгрывают.
Плюс это, скорее всего, будет Тавр. Дефить его LGD смогут вряд ли без Шейкера, да. В конце концов, еще и у Шейкера ульта нет. МКБ прилетает Рицу. Кираса уже готовая у Дракса. И вот укрепились скоры клоунов. А вот LGD для них становится... Так, Сайлора цепанули. Да нет, там рядом аппарат, там рядом сноубол, поэтому не страшно. Но вышку пришлось отдать, конечно. МСС, конечно, бедный в этой игре, имеет меньше, чем кто угодно из команды LGD, но пользу свою приносит, знаешь, там танкует на первой линии с блейдмейлом. В конце концов, Шейкер именно на него потратил ульт. Возможно, он ему сбил блинк, и поэтому, знаешь, там, когда он пытался ROTK прыгнуть с блинком, забрать, хорошо ворваться с ультом, но в любом случае факт остается фактом, в драке на той верхней линии ROTK... ульт завязал на одного Шейкера, и даже тогда им дэмэджа не хватило, там им пришлось еще вкладываться. Окей, это и есть Шейкер. Угу. О, прошу прощения, на одного Клокверка. Хотя ульт на одного Шейкера — это нормальный ответ от Шейкера. То есть типа, ребят, я на одного Шейкера ульт потратил. А, так бывает такое, да. Ну что, смоук на ботами, 5 игроков Cloud9. Выдвигаются опять же на поиски. Все есть у SF. Кстати, покупает он себе, несмотря на то, что есть ульт аппарата, какой-то вампирик. Пытаются кого-то встретить. И встретят ведь. Есть сноубол, если что. Можно вкатиться, есть хукшот. Maybe нужно поднимать себя в Юл. Моментально поднимать себя в Юл. Нужно катиться хоть кого-то, катиться, забирает Лину. SF оставался в никуда, вкатывают здесь. В итоге у МСС отпрыгивает Лина с даггера. Это неплохо. Разбежались, заивейдили Блэкинг Бар. Это круто. Сейчас можно, кстати, на развороте и подраться. Отваливается здесь уже Клок. Шоколдаун не подцепил Дазл. Дазл пытается спастись. Лотусом подбегают. Пошла Лагуна, минус Рицу. Ну вот, вот, вот. Отлично подрались. Развели на Блэкинг Бар. СВГ здесь тоже погибнет. Укатились. Панч, минус Бейн. Резнулся в свое время на Рошан. Пытается сделать паут Дазл. Нет, братюша. Куда? Ультракил. Ультракил от Герокоптера, тут же залетает Рошан, ну вот она ситуация, то есть СФ на ульт никуда, прожали БКБшки рано, распрыгались на даггерах. Да, конечно, то, что вот ММВай взял из себя Илину в снежок, дал время откатиться там даггеру после нанесенного по линии там несколько небольшого урона, очень спасло, абсолютно спасло Maybe, Maybe выжил, Maybe вернулся, и, собственно, мы видели, сколько там дэмэджа он нанес. Аегис появляется у Лины, имеется еще 4500 сверху. ММВай пока что ничего особо себе не купил. Рошейкер собрал себе лотус и активно его использовал в той драке, мы уже об этом говорили. Аппарат с аганимом 600 сверху имеет. Ну и Сайлор, собственно, я думаю, уже после этого баттерфляй будет собирать таки сатаник. Нет, нет. Он собирает МКБ. Дэмэдж, таки МКБ. Ему нужен дэмэдж, понимаешь, ему надо за рассказ срубить хотя бы саппортов. Какие-то дазлы сейчас очень уязвимы для его тычек. Ну и будет попытка реализации Эгиса. Нет, решает отойти. На топе еще Т2 стоит, поэтому лучше пройтись по топу, забрать Тир 2, Эгис все равно еще будет. Конечно, даст времени СФу набить души и опять заиметь возможность кстануть хороший ультимейт, но смотрим. Ну и СФ уже собрал, собственно, статы и МКБ, идет дальше в статы, собирает доминатор и, наверное, будет выходить в сатаник сразу. У Бракса после Кирасы есть 3-300 на руках, что он будет дальше собирать тоже, в принципе, немаловажно. Это может быть как аганим, это может быть шивака, это еще больше армора. Ну, тут пока вообще не ясно. Может быть дискади какая-то, но в идеале это аганим рефрешер под СФ с дазлом. Мне кажется, это самый крутой набор, который может быть. Аганим рефрешер было бы, конечно, смотрелось бы очень хорошо. Но это очень дорого. То есть, хотя на аганим-то у него почти уже хватает, а рефрешер потом можно потихонечку выфармить. Но что думает по этому поводу Разор, пока не ясно. Будет ли смоук от LGD? Я вижу то, что байтят на герокоптера, несмотря на то, что у него Аегиса нет, как бы... Аегису Maybe. Угу.
Графики вернулись, кстати, в данный момент на то преимущество, которое в свое время еще LGD изначально заработали, то есть там 12 с копейками тысяч, по XP опустились еще ниже, вот эта вот серия киллов была. Ну что же, игра по-прежнему может уйти в любые ворота, на такой минуте преимущество вот в 12 тысяч это уже не настолько важно, и LGD могут взять драку и Клауда. Все будет зависеть от того, как кто в кого вкатится, кто в кого лучше инициирует и как будут играть вот такие персонажи, как MMY, спасая своих коров, как ROTK со своим ультом и лотосом, и как попадет ультом DDC, к примеру. Это со стороны LGD. Ну и все то же самое, только опираясь на Грейв, опираясь на Вив и опираясь на Клокверка со стороны Клаудов. Хорошо, Смок пытается сейчас срезать и, возможно, даже получится найти этого Клока, Клок. Нет, видно, ночь, сейчас все увидели, да, шуклдаун, панч, нажимает блейдмейл, какое-то количество дэмэджа нанести. Ну, спушить не получится, по крайней мере, топ, а вот сместиться в мидл можно, здесь разор уже тоже крипов остановил. Ну, если что, у Клокверка есть байбэк. Ну, развести на байбек это уже очень круто. Крипы далеко. Крипы далеко, есть фортификейшн. То есть пока дойдут крипы, это 10 секунд, потом нажмется форта, это еще 5 секунд. Соответственно, байбек уже Клоку делать не надо. Я думаю, Cloud9 это прекрасно понимают. У Лины 7000 на руках. То есть Лина, в принципе, может... Если там у нее освободится слот из-под Айгиса, приобрести себе что-нибудь очень интересное. Тот же Хекс с клика. Кекс можно, да, причем неплохо заедь против СФа. Конечно, ну и так контроля достаточно, есть уже Юл, есть танчик под него, но Хекс лишним не бывает, все это прекрасно знают. Висит Вив сейчас, поэтому рыпаться куда-то на хайграунд не стоит, стоит блочить крипов, подождать, пока Вив закончится, и пытаться зайти сделать несколько тычек по вышке. Причем боковать должна Лина, так как у нее Аегис сидит, залетает на хайграунд, просветил СФа. Но Аегис на самом деле у Мэйби уже достаточно долго. Так, проигрывает здесь ММВай, идет инициация, Рицу тут же прожимает БКБ, пошел дальше, Сайлор заходит. Он умрет здесь, он умирает здесь, да, 90 секунд его при этом не будет, фиссура от шейкера, Рицу все еще живой, 50 секунд в КД Лагуна, и тот человек пошел вот, на хайграунд. Вот именно, я вообще не понял, такое впечатление было, что вот вся команда LGD думала, что у Сайлора Аегис. Он просто пошел вперед, фактически соло. Он был единственным персонажем, кто, кроме вот прыгнувшего туда, а потом выкатившегося назад, поймали Пракса. Есть Грейв, цепляют его, много дэмэджа входит. Он пытается сделать тп-аут, но он примерзает в уле теперь. И должен, конечно же, здесь умирать. В итоге 1-1 по корам, но есть байбек, если что. Есть байбек, ну, 8 секунд. Ой-ой-ой, как же подставляет. Сейчас Клок улетает, но отсюда есть ультаппарат. Попадет ли по нему? Нет. Ну, слишком как-то DDC давал близко, как мне кажется, по Клоку. Не знаю, на что он надеялся. Так, поймали Рицу, много дэмэджа входит, но не хватает. У него же очень много хп. Очень много хп, у него БКБ через 2 секунды. Сейчас у Мэйби могут быть проблемы. Его тут разбудили кое-как и оттащили. Есть поймал, шот. Отлично, зажал двоих. Тут же выкатывается оттуда. Нет, не получается. Форстафом уходит. Блока сбривает. Просто с ульта. На БКБ есть, пошел. На БКБ есть. Ответ, хотя могут ждать нажать. Банально есть вижен. Как же больно СФ. СФ жмаба, но уже слишком поздно. Откатить с Юл только через 15 секунд. Не получается подцепить дазл. Хотя с руки здесь очень сильно залетает. Будет сейчас еще дакер через секунду. Прыгает наперед. Да, это минус 14.37. У него есть, конечно, тп-аут. Хотя уже не хватает маны. Можно прожать стики. И тогда хватит. Должен быть вижен от DDC. Тычка с руки, да. Это минус 5. В итоге это минус 5 бед гирокоптер. То есть ребята вчетвером без своего кора смогли под хайграундом Cloud9 радмансовать всю команду. Сейчас сюда летит Кирыч на всех парах с прожатым бутерфляем, чтобы быстрее оказаться, и начнут разводить на байбеке. Байбек разведут, скорее всего, и Сефа, и Дазла. Не знаю, правда, Дазл будет ли делать байбек, но должен. И у Мэйби Октарин кор с клика и еще 3500 на руках. Ну что, голый барахи, вот есть байбек от СФа, Дазла пока еще не разорили. На самом деле LGD все, что хотели, уже сделали. Они забрали тавер, они добились одного байбека. Они могут выходить, разве что им удается цепануть Рицу. Пошло много дэмэджа, МСС тоже врывается. Очень битый здесь
Там Эппи еле живой, на самом деле, а Иксни уже нет, сорвали клока, дропают гем. Слава фловый. То есть, ну, гирокоптер есть, и он готов, если что, драться. СФ еле живой, стоит под базой, не дотикает, конечно, вот еще грейв накинули на случай, если вдруг что-то с математикой пойдет не так. Ну, в итоге разменялись, там МСС умер в размен на клокверка, но с МСС дропнулся гем. То есть это неприятный момент. Так, Мэйби пытался подцепить Бракса, не удается им. Вот против LGD работает то, что у них бурстовый такой, знаешь, набор дэмэджа. Райт-клик вносит только Сайлор. У Сайлора, на самом деле, райт-клика достаточно мало на такую минуту уже игры. И герои вот Клаудов очень толстые. Рицу не умирает от того, что там пытаются по нему. Вот даже если в него вся команда LGD, все абсолютно касты внесет, им вот ровно-ровно хватит дэмэджа, чтобы его убить. Фишка, если он не прожмет БКБ. Даже если половину вносит, он просто начинает убегать, потому что на нем висит ульт аппарата, и он ничего сделать не может в файте. То есть его не обязательно убивать, его достаточно ликвидировать на какое-то количество времени, чтобы сносить. У ульт аппарата на 18, по-моему, секунд, на 17 секунд в включает подреген, то есть отрегенится быстро, он не сможет по фонтанам и вернуться в файт. То есть ты попадаешь по нему ультимейтом, он не будет оставаться драться, он будет просто бежать. Параллельно с Кади появилась у Разора. По айтемам у Бэйна по-прежнему, ему, конечно, БКБ он будет собирать здесь очень долго. 14.37 тоже ничего нового не имеет. Клокверк. Неужели это будет еще один глиммер? Ну, в принципе, от LGD это поможет, но можно было что-нибудь другое собрать. У Сайлора 3000 на руках, пока ничего нового не появилось. ММВай умирал, терял гем, ничего опять-таки нового не появилось. У Шейкера очень много денег, но ничего еще не купил. Вот, кстати, Шейкеры достаточно часто покупают Октарины на таком вот этапе игры. Лучше Аганим купить и Вейлов Дискорд, на самом деле. Это если ты считаешь, что ты нормально ворвешься. Октарин это если ты играешь на своего гирокоптера. Но, как показала сейчас практика, они и без гирокоптера смогли четвером размотать. Хукшот попадает в Ракса, не получается у МСС долететь. Сигиль сейчас все это дело просвечивает. Шарды отрезали Бракса. Но врываться в него, конечно, никто не будет. Бракс! Получает станчик. Сколько денег у этого Мэйби? Посмотри. В прошлый раз мы видели у него 7 на руках, там осталось много достаточно после Октарина. Он не умирал в прошлой драке, и вот снова 5.5. У Сайлора появляется Сатаник, это неплохо, учитывая, что если он пойдет снова танковать лицом, как он сделал в прошлый раз, это ему хотя бы поможет. Ему это не поможет, что у него статик линком весь дэмэдж забирают. Он не может потом отрегениться нормально. Ну и Рошан. Рошан для LGD. Кто будет забирать Рошана? Слотов нет ни у кого, ни у одного хора, ни у второго. Разве что, что вместо Эула. Или Юл. Ну а Игги забирает Кирыч вместо Си. И Мека появляется у Тускара. О, время полезных артефактов. 52 минута, сейчас еще Владмир доберет. Да-да-да, вот Владмир на самом деле на 52-й это вот просто самый важный. Ну, на самом деле, на 52-й... Будь он у них раньше, они бы уже выиграли, может быть. Не менее важный, потому что он же дает 15% от белого дэмэджа. Конечно, конечно. А это чем дальше, тем больше. Всегда полезный артефакт. Не стоит недооценивать, он дает в конце концов всей команде в сумме там где-то 60-70 дэмэдж. У того живого же Maybe весь дэмэдж белый. Да, для Maybe, кстати, 15%. Так, Локвер. Со спины зашли, Бракс, Рицу, СВДЖ тоже держит, DDC, DDC разрушовывается. Много дэмэджа не уходит, Сайлор умирает, дроп по Эггиса, Maybe. Получает здесь кучу дэмэджа от Бракса, уходит еле-еле. Есть Силар, но у него нет БКБ. Он сейчас пытается еще подраться, прожимает Барагу, больно Браксу. Сколько там дэмэджа нисколько не высосал, но он после А где Сэп все это время? Бракс один танкует лицом. В это время Рицу вообще где-то в другой части карты был. Его стопят отлично, фиксируют. Убивают Бракса. Рицу остается теперь здесь один. Где ты был раньше, парень, своему братану помогать? Четверо умирают от LGD. Байбэк, еще байбэк. Там шел Юл, будет станчик, пошел станчик, сразу два станчика, еще и барага, и здесь Разор после байбека имеет огромный шанс покинуть, так и есть. Клок сделал байбек, на него вкатываются на хайграунд по Т4, Лина перепрыгивает с таном, не попадает, но будет разматывать с руки. Это минус 5, байбеков нет, ГГ.
пишут Cloud9 triple kill от Стеллара под конец игры. Ну, на самом деле, вообще не понимаю. Ужасно для LGD. И как они смогли ее перевернуть, вообще нет. Я вообще не понимаю. Зашли в спину, зафиксировали, много дэмэджа внесли. Там Бракс всосался, бил с руки, просто как эту лину не замечал. SF убивал всех. Они выигрывали эту драку, и в итоге они, собственно... Ну, их раскайтили, их растащили и поубивали раз, а потом еще...